С бурными овациями родные, близкие, друзья, коллеги и тренер встречают победителя первенства мира по греко-римской борьбе Асламбека Костоева. Он выступал в весовой категории до 45 килограммов, провел 4 схватки и завоевал золото, которое привез из Иордании на родину. Я очень счастлив. Альхамдулиллах. Было очень трудно. Самая трудная схватка была с киргизом. Это была первая схватка. Отобрался Асламбек на эти соревнования в июне в Сербии на первенстве Европы. Там он завоевал серебро, уступив в финале представителю Армении со счетом 10-0. В Иордании на первенстве мира в финале Костоев боролся с тем же соперником. Тут Асламбек одержал победу со счетом 6-3, положив оппонента на лопатки. Это была его принципиальная схватка. Тренер усердно подготавливал своего воспитанника к этой встрече. После поражения мы как бы анализ над ошибками сделали, исправляли кое-какие моменты и тренировались. Ну, так скажем, правильно подошли к первенству мира. Этой победой Костоев Асламбек добавил в свой актив награду высшего достоинства мирового уровня. Эта награда стала исторической, так как такого результата в спортивной истории Ингушетии никогда не было. Это очень хороший результат, именно стимул для наших спортсменов, именно одноклубников мальчика. Я думаю, это очень дорогого стоит. Мы развиваем именно борьбу, спортивную борьбу. После небольшого отдыха Асламбек снова вернется в зал. Теперь в планах перейти в новую весовую категорию и завоевать золото Олимпиады. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Мухаммед Героев, Магаз-24.